Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Так, ага. Ну тут денег не так много, поэтому можно и не смотреть рекламу. Так, что у меня тут? Дружественный огонь. Давай сделаем, активируемся. Ну и будем, наверное, блин, зря я, конечно, перед уходом не отправил никого на экспедицию. Это была моя ошибка. Ладно. Значит так, что у нас следующим идет? Тот, ну это 500 тысяч голды нужно. 500 тысяч, ёпарсоте. Недешево, согласись-ка. Так, мы можем с тобой... Ой, тут 30 миллионов надо. Я все время хочу построить следующий этаж. Но как смотрю на сумму, у меня прям аж мурашки берут. Давай тогда займемся прокачкой наших бойцов. Начнем, наверное, с простеньких, да, с кого-нибудь? Да, с самого себя начнем. Вот так вот. Босс готов выйти, вызываем. Сегодня попробуем дожить до 30-го дня. Ну давай, 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 нахлобучиваем этого партизана. Все. Так, я победил, забираю аптечку. И у нас с тобой 21-й день на кону. Слушай, пока у меня очень неплохо бомбит. Это вот эта девчуля со своими гранатами. Очень классно у нее получается. Ну и, конечно же, я. Я тут вообще имба. Разношу всех налево и направо. Да давай ты уже. Идет там, хрюкает мне. Наверное, нам стоит с тобой сделать вот так вот. В течение 100 секунд будем получать больше золота и автоматическую стрельбу. Пускай наяривает. А это у нас... Ага, скорость игры. Тоже активируем. Нам нужно зарабатывать деньги, естественно. Поэтому будем бомбить их. Ну и заниматься, конечно же, прокачкой. Так, Джека, может быть, прокачать. Он с бумерангом довольно неплохо показывает себя. Так, бумеранг. Плюс 230. Так, Босяру вызываем. Пускай идет. С рюкзачком, да? Турист тоже мне тут нашелся. Ух ты, а это что-то новенькое. Так, 22-й день у нас с тобой. Дай-ка я гляну. Ну, журнал выжившего, по-моему, мы с тобой... Ага, вот, мы с тобой на магазине, да, остановились? Нет, подожди секунду. Так, подожди-ка, подожди-ка, а где же мы с тобой остановились? Вот здесь мы уже не читали, да? Так, жилое здание. Мы с тобой вот на супермаркете остановились, да? Значит, это уже новенькое у нас. Это жилое здание. Некоторые люди считали, что заражение прекратится через несколько месяцев, как и прочие болезни. Они закрылись в своих домах, но их карантин закончился неудачно. Мне не нравится это место. Я представляю, как жившие здесь погибали. Вокруг разбросаны сумки и радиоприемники. Так, следующее у нас журнальчик. Написано: это высотное здание. Зомби потребуется много времени, чтобы подняться по всем лестницам. Ну и людям здесь делать нечего. Без снабжения водой и электричеством людям приходилось выходить на улицу, где их поджидали зомби. Теперь здесь никто не живет. И я нашел свечу и куклу. Я прошел мимо автострассы. На ней стояли разные машины, от суперкаров до грузовиков и мотоциклов. Повсюду лежат горы мусора. Некоторые машины сожжены, а в некоторых есть следы беженцев, которые использовали их как убежище. Мы нашли группу зомби возле разбросанной машины. Это было опасно. Похоже, что жители близлежащего городка стали жертвами зомби, когда пытались пересечь эту дорогу. Сегодня мы нашли немного консервов и амуниции. Это завод. Здесь может поместиться большое количество беженцев, но приходили лишь единицы. Когда началось заражение, большинство людей сбежало семьями подальше от города. Водитель грузовика, который, кажется, превратился в зомби за рулем, въехал на полной скорости в одну из стен завода, проделав большую дыру. Здесь остались следы прежних обитателей, но они, видимо, ушли, потому что это место перестало быть безопасным. Мы решили поступить так же. Мы нашли вентилятор и сенсор.
Так, строительная площадка. Здесь почти никто не жил, а здания не завершены. Поэтому это место стало отличным убежищем для некоторых выживших. Однако им пришлось тяжело из-за голода, холода и инфекции мутированных зомби. Когда-то мы поддерживали связь с этим лагерем, но теперь он пуст. Мы нашли гаечный ключ и отвертку. Вот так вот. И мы с тобой забираем 11 гемов. Найдите добычу 14 раз. Так, и мне вот это вот. Ага, это гайка у нас. Повышает максимальный запас энергии генератора на 1%. Тихо. Вы что это позволяете себе? Слушай, ну это опасно, когда такая орда на тебе бежит, согласись. Это очень опасно. Так, у нас с тобой 169 тысяч. Деньги идут рекой. Опять волна. Да что ж такое-то? Чего так быстро-то они бегут? Мне не нравится такой поворот, друзья мои. Не нравится. Так, если мы с тобой накопим 500 тысяч, да, я думаю, мы можем себе приобрести нового выжившего. Кстати, давай попробуем накопить. Нам с тобой спешить некуда. Зомби идут. Правда, вот эти вот волны меня напрягают, которые дают на ускорение. Так, давай, дружественный огонь. И босс. Поехали, вызываем его. Опять этот чудик с рюкзачком. Валим его, валим. Слушай, ну он уже такой живучий паршивчик, да? Так, отлично, аптечка и голда. 23-й день. Я не знаю, ребята, сможем ли мы сегодня прожить здесь до 30-го дня. Уж больно что-то как-то люто. Очень люто. Давай-ка мы с тобой огонь. Еще, еще и еще. Давай вот так вот. На 8 минут. Я думаю, этого будет более чем достаточно. И копим 500 тысяч. Как только... Да ёпрасоте, эти шустрые зомби. Откуда же они берутся? Ёлки-палки, я не успеваю практически. Еще пару волн таких, и нас просто раздавят, мне кажется. Слушай, а если мы с тобой проиграем, мы начнем заново или с этой волны? Ёлки ты палки. Да что ж ты будешь делать? Фух. Вроде пока отбиваемся. Пока отбиваемся. Так. Уже 350 почти тысяч. Нам остается совсем немножко. И кто у нас там будет следующим? Давай глянем. Ага. Это будет тот. Чтобы нанять Джонни, нам нужно с тобой построить второй этаж. А кто такой тот? Пока мы... Ага. Враждебная среда сделала его сильнее. Он поражает врагов точными выстрелами из пистолета. После потери семьи он почти ни с кем не разговаривает. Все, я понял. Я вот не знаю, может быть, нам с тобой пока экспедицию какую-нибудь замутить? М? Как ты думаешь? Ох, ничего себе у нас тут с тобой открылось-то, ты посмотри. И мы можем с тобой отправить двух выживших уже. Хм. Дай-ка я посмотрю по приемнику. Подожди, нам нужно вначале выбрать, кто пойдет. И отправим, наверное... Ну вот ее. Так, дай-ка гляну. Слушай, вот здесь вот можно безопасно сходить. Отправляем. Так, 14 минут будет в поисках. Ага, на бензоправке никого нету. Можем сюда сходить. Ё-моё, тут везде зомби. Ну что, давай, наверное, сходим на бензоправку. Вот так вот. То есть, по идее, нам награда должна пойти полностью. Но здесь ведь нет зомби, нету. Мы приносим половину ровно тогда, когда... Давай здесь сократим время. Да? На 5 минут мы сокращаем, ребята. И 8 минут осталось. И аптечку. Так, ваш боец доставит все награды. Ага. Вот так сделаем. И, наверное, я... Подожди, я могу? Могу. Вот так вот. То есть аптечка нам дает шанс вернуть полностью всю награду, которую мы встретим. Так, почти, ребята, почти уже 370 тысяч. Это круто. Давай мы здесь тоже активируем себе. И готовится у нас босс. Давай вызовем, наверное, его. Пускай идет. А, опять этот прыщ. Ну, давай его продавим хорошенько.
Но готов. А вот, ребята, и 500 тысяч, накопленные нами. 24-й день. Что у нас тут? Давай глянем. Так, золотая монета. Это все у нас было. Ага. Крит-атака Джеймса повышается на 1%. Угу. Я понял. Блин, мне не нравится, что здесь есть какое-то самоуничтожение. Мне кажется, его нужно использовать, да? Может быть, я не прав, конечно. Так, ну что, нанимаем с тобой Тодда. Где он? Вот он. Есть. Ну-ка. Вот он, стоит. Типа снайпера местного, да? Это, я так понимаю, его выстрелы идут. Видишь, у всех красными. А есть такие еще... Что-то сейчас уже нету почему-то. Давай, дружественный огонь. Ну, неплохо, неплохо. Так, босс хочет выйти, погнали. Пускай идет. Опять с рюкзачком, да, чувак? Давай ему всыпем хорошенько. Ну. Да, тяжеловатый босс. И мы с тобой нашли две книги. 25-й день нашего выживания. Опа. Забираем, конечно же, все это. Так, и сразу же активируем на деньги. В журнале есть что-нибудь новенькое? Или нету? Давай мотанем на последнюю страничку. Так, это мы читали. Это мы читали. Это все было. И это было. Ну да. Последнее, что мы нашли, это гаечные ключи и отвертку. Вот так. Так, а что у нас тут? Еще что-то не собрали мы с тобой. Вот. Джеймс должен совершить 2000 критических попаданий. Нифига себе. 2000 критических попаданий. Найдите добычу 14 раз. Угу, хорошо. Сундуки не падают, помнишь, да? Вот эти вот сундуки, которые прилетают. Как говорится, авиапомощь. Почему-то их здесь очень-очень редко выпадает. Может быть, нам надо что-то с тобой прокачать? Ой-ой-ой-ой, зомби-волна, тихо. С этим нужно быстро разбираться. Они уже довольно крепкие. Давайте теперь посмотрим по прокачке. Фига себе, 1 миллион стоит, чтобы прокачать Тодда на следующий уровень. Это дорого. Ой, ой, смотри, 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 какой зомби маленький, да? Это у нас как бы типа босс был. Он типа бронированный какой-то, что ли. Так, может быть, нам все-таки здесь что-то улучшить, а? Баррикада, так, ремонт. Госпиталь. Хм. Госпиталь, так, снижает время лечения бойцов при получении ранений. Так, ремонт поврежденных баррикад. Так, с помощью улучшений можно сделать. Ну, давай, наверное, улучшим баррикады. Вот так вот. Так, что бы нам еще с тобой сделать, а? Как ты думаешь? Может быть, нам девчулю прокачать? Которая у нас, вот, Саманта. Давай. Ох, ничего себе, ракета. Сколько наносит урона, я так понимаю, да? Это урон же. Она сейчас тут будет так влуплять. Так, смотреть рекламу. Часы. Ага. Лиза. Лиза профессиональный золотоискатель. Она будет искать золото в течение 300 секунд. Ну-ка. Посмотрим. А где Лиза-то? Подожди, я ее взял же? Вот она. Ищет золото нам. Раньше, я помню, эта Лиза бегала у нас на базе. В первой части, по крайней мере, это было. Тут она почему-то вон там бегает. Бомжулька какая-то. Ладно, пускай ищет нам деньги. В течение, ну, 5 минут, короче, да, она будет ползать. Так, что у нас тут еще есть? Патроны. Патроны для дробовика. Чем больше, тем лучше. В плане. Ядерная ракета наносит урон сразу нескольким зомби и немедленно вызывает босса.
интересно. Слушай, а как вот здесь вот получить, ребята, вот эти вот перки, а? У нас с тобой только лишь ракета и дружественный огонь. А что нужно для того, чтобы получить остальные? Что надо прокачивать? Или нам нужно что-то... Вот, только про сундук говорю. Вот здесь вот есть смысл смотреть. Ребята, подожди-ка. 3x. Лучше за гемы. Да. Лучше за гемы это все делать. Опять волна, да чтоб тебя. Участились вот эти набеги зомбарей. Ладно, отбиваемся. Ну куда ты идешь там? Нет, по-моему, без прокачки мы, ребят, здесь далеко не уйдем. Давай качать. Так. Джека можно, да? Да чтоб тебя, блин. Слишком много. Слишком много зомбарей. Вот так вот. Тут знаешь, еще выгодно? Оставлять на ночь включенную игру, да, определенную волну, например, выбрать, где мы с тобой можем справляться, и просто фармить золото. Иначе тут без денег нам делать нечего. Далеко мы с вами не уйдем. Как считаешь? Так, огонь. Дружественный. Давай, давай, давай. Чего вы такие сильные, крепкие? Идут они мне там. Да ёпрасоте. Может, хватит уже волны-то выпускать? Я вот одного не понял. Что за патроны для дробовика? Чем больше, тем лучше. Что за ерунда, а? Можешь глянуть? Но если я гляну, я потрачу последние свои гемы. Как-то не хотелось бы, если честно. Так, у нас экспедиция тут есть. Сколько там еще? Одна вернется через 40 секунд. Так, ладно, одна вернется, да? Достигните 30-го дня. Победите 5 боссов-зомби. А я что, еще ни одного босса, что ли, не побил? Да, ну быть такого не может. Соберите 10 грузов с припасами. Так, записи о выживших. Наймите 8 бойцов. Ага. 8 бойцов, да? Соберите 3,8 миллиона голды. Так, победите 2700 обычных зомби. Прочитан... Так, подожди, прочитайте руководство. А где его прочитать? Так, девчуля вернулась. И что на нам... Ух ты! Рюкзак, а это что такое? Ну-ка. Так, дай-ка я посмотрю. Так, наверное, журнал обновился, да? Или нет? Сейчас листанем с тобой. Точно, журнал обновился, ребята. Секунду. Так, это мы читали. Я видел опасного мутировавшего зомби. Обычный истощенный зомби становится вялым. Но мутанты, наоборот, становятся очень быстрыми и ловкими. Должно быть, они сожрали много людей и нарастили мышцы. Это плохой знак. Ага. Правила выживания. Не шумите, не открывайте закрытые двери. Всегда думайте наперед, не сожалейте о прошлом. Главное, я. Всегда, никакой пощады. Нельзя никому верить. Прошло много времени с тех пор, как я вел этот журнал. Во сне я увидел семью, закрытую в горящей машине. И я принял решение не вспоминать свое прошлое и не жалеть ни о чем. Но это не так просто, как кажется. Угу. Остальное у нас... Все прочитано, да? Получается так. Забираем тогда свои награды. Найдите добычу. Нашел. Так, а тут что? Я хотел... Так, посмотрим, справятся мои солдаты... Ну, справляются, справляются, как ни странно. И это хорошо. И это хорошо. Давай, наверное, активируем. И вот тут тоже. Пускай бомбит. Так, скорость ремонта баррикад. Вот. Повышает шансы найти предметы во время экспедиции. Сумка. Подставка для оружия. Длительность действия режима ярости возрастает на 1 секунду. Ага. Подробности. Запуск всех оставшихся в мире боеголовок, чтобы начать игру в новом режиме. А, в новом мире. То есть мы просто сбрасываем с тобой прогресс. А нужно ли это делать? Вот в чем вопрос.
Так, при 100% или меньше энергии, да? Блин, босс рвется в бой, но я даже не знаю, стоит ли его выпускать. Мы можем, наверное, с тобой еще одну экспедицию отправить. Так, Синди, подожди-ка, а где у нас... А где у нас боец, которого я отправлял? Вот она, да? Так, я ее сейчас прокачаю чуть-чуть и попробуем отправить. Так, что здесь? Испытание Синди. Окей. Еще что-то я заработал. Где? Ага. Повысить общую атаку до 2000. Вот оно как, да? Общая атака. Ну-ка, давай возьмем тебя и отправим вот сюда. Я хочу отправить ее. Вот сюда я хочу отправить и дать ей аптечку. Сколько? 26 минут она там будет шоркаться. Ну, я надеюсь, награда того будет стоить. Так, а нам нужно с тобой 30 дней, да? Набить сегодня, попытаться. Попробуем. Оу, новый зомби, ребята. Новый босс зомби. Ну, ватная. Это какая-то девчуля была. Так, отлично. 26-й день. Слушай, ну тот неплохо бомбит, я сразу вижу. Сносит, просто один выстрел, все, труп, один выстрел, труп. Слушай, по-моему, толпа зомбарей что-то становится более плотной какая-то, мне кажется так. А ну-ка давай-ка, стреляй. Е-е-е. Так, слушай, ну тут стоит, стоит, ребята. Куда, куда, куда вы разогнались? Аглоеды, а? Блин, чего-то не хватает. Каких-то перков не хватает, а? Что у нас тут? Это понятно. Музыка сохранить, это все понятно. Это не то. Вот это что такое, а? Расходуемые. Я возьму, ребята. Выкупили ресурс. 300 патронов. А, вот оно где. Смотри. То есть, ну-ка. Ну ничего себе тут. Тихо, тихо. Прикольная штука, согласись. Просто массового поражения. Замечательно, будем знать. Так, а что еще тут интересного есть? Ну, Лиза до сих пор там... А, Лиза уже все, отбегала свою, да? Уже насобирала, да? Денег нам. Ясно. Так, армия идет. Нам все тяжелее и тяжелее с вами выживать. 3 ляма нужно будет накопить потом. Обязательно. Джек. Прокачаем. Так, Вайлет. И, наверное, Томми. Вот так вот. Что там у нас с тобой? Повысить уровень Тома до 10-го, да, уровня. Сделал. Ну что, вызываем босса? Кто там у нас? Ага. Это старый бывалый партизан. Вот и все. Нет, не все, вот теперь все. Свеча. 27-й день, друзья мои. А что свеча дает нам, а? Как ты думаешь? Найдите добычу 16 раз. А здесь свечка где? Повышает атаку всех бойцов на 1% в ночное время. А у нас сейчас какое время? Непонятно, тут еще и ночь что ли есть? Я что-то, честно говоря, не заметил, чтобы у нас шла смена дня и ночи. Хм, значит есть, получается. Так, забираем это все. Давай бомбить. Вау, 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 классно. Просто в разнос всех. Мне кажется, что это слишком громко как-то, да? Будет для вас. Так, дружеский огонь скоро закончится.
И у нас очередной босс хочет. Блин, толпы зомби становятся все плотнее и плотнее с каждым разом. Опять эта девчуля идет к нам. Ну что, давай ее раскромсаем. Давай. Ох, какая жирная, а. Будет сочная отбивная из нее. Так, книжку и приемник. Ну, приемники все знают, что такое. Книжка тоже, в принципе. Фух. Блин, мне хочется второй этаж поставить себе. Но для этого нужно 30 миллионов. Ребята, 30. Это много. Это надо целую ночь, наверное, тут фармить. Ладно, ничего страшного. Поставим, короче, да, с вами на ночку, на одну. И думаю, к завтрашнему дню у нас с тобой накопится, и мы поставим с тобой второй этаж. А может быть, даже и больше, чем 30 миллионов мы нафармим. Так, боец вернулся с экспедиции. Так, что же ты нам принес? О, спасибо. То есть в наших интересах с тобой отправлять как можно больше бойцов в разные... Здесь я пока ничего не могу. Видишь, тут еще нужно что-то найти. То ли это записи какие-то нужно находить, то ли что еще, я не знаю. Давай сходим на парковку. Я ему аптечку сброшу сейчас. Так, подожди, мы можем с тобой так глянуть. Да, здесь есть зомби, поэтому лучше сюда бросить аптечку, чтобы он принес нам полностью всю награду. Нам можно, конечно, еще кого-нибудь отправить. Например, вот этого вот, да? Ну да, можно, в принципе. Давай, наверное, так с собой сделаем. Вот ее отправим. А, у нас достигнут лимит. Ну, конечно же, я же забыл. Два бойца максимум можем отправлять с тобой. Так, это у нас какой день? 27 или 28? Босс вызываем. Кто там? Опять ты, а? Опять эта халабуда идет. Давай. Прожимаем ее, друзья мои, прожимаем. Это я, это мои подписчики. Стоят, помогают мне выжить в этом зомби-апокалипсисе. Ух ты, кроссовков мы еще с вами не видели. 29-й день. Так, что мне это самоуничтожение? Где кроссовок? Так, кроссовок. Каждое улучшение сократит время экспедиции на 0 секунд. Каждое улучшение чего? Не могу понять. Как-то странно такое. Прикинь, мы уже почти лям с тобой накопили. Каждое улучшение. Давай посмотрим. Вот я улучшил его. И что? И толку никакого абсолютно. Странно. Зачем тогда нам эти кроссовки нужны были? Мне непонятно. Да что ж ты будешь делать-то, а? Волна за волной идет. Есть медленные зомби, есть очень быстрые. Тихо. Куда я тебе сказал? Отстань. И не видно... А, нет, вот, скорее всего, энергия забора, да? А это энергия генератора. Я так и не понял, для чего нам генератор. Что он делает, а? Ну что, ребята, 30-й день. Мы с вами хотели дожить до 30-го именно дня. И мы с вами эту миссию, судя по всему, выполнили. Так что будем сейчас закругляться с вами. Но обязательно увидимся в следующей серии. Да? И продолжим выживать. Это только лишь 30-й день, а нужно выжить 200 дней. О, еще один кроссовок взяли. 30-й день, друзья. 30-й. Ох, сколько наград. Достигните 30-го дня. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня пока будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим выживать. Так что всем удачи и до скорого.